Дмитрий, здравствуйте. Регулярно просматриваю ваше появившееся видео на канале. Очень нравится. Меня, кстати, Юрий зовут. Подписался на ваше видео и нисколечко не пожалел. Тут решил откликнуться на просьбу вашу о помощи с удовольствием. У меня займ был в компании «И-капуста». Вы, наверное, знаете, я видел это ваше видео. Вначале в разговоре с ними я как-то отнекивался, вроде как бы говорил, вообще не брал, не занимал, знать ничего не знаю. Сделано это было не мной. Но потом, посмотрев видео, я понял, что почему бы, зачем я отказываюсь? Ведь они же мне подарили деньги эти. Я ими воспользовался. Мне сказали, что я заключил какой-то договор оферты. Я никакого договора оферты вживую, конечно, не заключал. Но, как я понял из ваших слов, с вашего видео, что договор оферты не является каким-то платежным договором. Договором, а, как говорится, взял, отдай. Я поэтому также им говорю, что пришлите мне документы, пришлите мне договор займа, по которому я брал у вас деньги, я с удовольствием их вам верну. Но они говорят, что договора займа никакого не существует, существует договор оферты. Договор оферты же не является платежным договором, не кредитным, не договором займа. Когда я вот это вот все дело сообщил работникам компании «И-капуста», несколько раз я им это сообщил, они мне перестали звонить. Вот уже около полугода от них не было никаких звонков. Брал я 3000, я не думаю, что за полгода они подали в суд. Скорее всего, они просто продадут какому-нибудь коллекторскому агентству мой долг. Вот эти вот 3000 – это долг. Ну и коллекторское агентство откуда-нибудь будет пытаться с меня его взыскать. Как показывает практика ваша, что это бесполезно. Спасибо за внимание. До свидания.